Давайте посмотрим, кто победил в конкурсе на 100 доната. И это у нас Никита Визоу. Я тебя поздравляю. Давайте переведем ему его 100 доната. Ну, кладу 50, в X2 ему придет 100. Так. Замечательно. Переводим. Вуаля, дружище, участвуй снова. Ну что ты, проиграл? Не расстраивайся, именно для тебя я запускаю новый конкурс на 50 доната на любом сервере. Ваша задача — поставить лайк, подписаться на мой канал и в комментариях написать ваш ник, сервер, на котором вы играете, и слово «я участвую». Победитель определится в следующем ролике. Кто больше зафлудит, тот и, само собой, больше вероятность того, что получит приз. Ну что, погнали! Эй, на связи Виталий Старк, это новая серия на проекте Black Russia. Давайте наберем 300 лайков, чтобы вышла новая серия. Вам не сложно, мне приятно. Ребята, вы очень активные. Я просто, если честно, в шоке от вашего актива. Спасибо вам за это. И значит, сегодня же новая серия по будни старшего админа. И начнем мы их с военных. Админ, алло, алло. Алло. Какой там ID? 817. А у него еще и акс номер. Че? Ну-ка сначала начнем с него. 817, иди сюда. 817. Марс. А небольшая голова у тебя, уважаемый? Небольшая? Может, вас в Деморган тоже отправить так минут на 30? Чё нет? Посмотри на свою голову. Ты людей сажать будешь за такую же голову. Ничего, я не прав в данной ситуации сейчас? Ты сейчас зачем к военным телепортировался? Ты к военным в данной ситуации зачем телепортировался? Плюс у тебя нон-РП Акс. Вот они сейчас тебя заскринят. Ты получишь люлей от ЗГА и ГА. У тебя нон-РП Акс, у тебя большая здоровая башка сейчас. Извини, конечно, за выражение, но это так и есть. Они берут пример с кого? С администраторов, это во-первых. Когда, да, ты тпшнулся, у тебя скины. Поначалу, да, все нарушали по поводу скинов, но сейчас уже все должны быть в курсе, что аксессуары должны более-менее подходить под РП процесс. Я попрошу сейчас... Пока что к военным не тпшитесь, либо просто в слежке будьте, я проверочку устрою. Быстренько-быстренько и продолжим свою работу. Вот как будни начинаются, я просто в шоке. Как-то не все гладко, как мне, если честно, хотелось. Хотелось, чтобы я не бомбил в начале ролика. Но, увы. Вот, допустим, я здесь бегу, да, смотрите, вот ствол достал, ствол пистолет достал, паспорт, так. Смотрите, автомат. Ствол, автомат, ствол. Будут стрелять или нет? На меня тоже навели. На меня тоже навели. Опа. За что? Так, стоять на месте, бояться. Так, кто сейчас стрелял? Стрелял кто сейчас? Артемка, иди сюда. Звание твое, боец. Ты зачем сейчас человека стрелял, который уехал? Я тебе вопрос задаю. Человека зачем стрелял, который уехал? В человека ты зачем стрелял, который сейчас поехал? Я тебе вопрос задаю, Артём. Артём, вы меня слышите? Артём. Артём, ты меня слышишь? Я вопрос задал. Ты зачем стрелял в человека, который поехал? Вот что он тебе сделал? Человек приехал, вы на него стволы опять на это наставляете. Я не пойму, сколько мне надо про вас видосов снимать? В смысле убегать? Он не захотел вам паспорт предъявлять. Он к вам на КПП подъехал или нет? Он к вам на КПП подъехал, чтобы вы его пропустили, чтобы вы у него паспорт спросили. Он здесь стоит. Вот здесь стоит. С какого хрена им нельзя вот здесь стоять? Я не понимаю этого прикола. Я не понимаю этого прикола, Артём. Я тебе вопрос задаю. Я задаю тебе вопрос, Артём. Зачем ты начал стрелять в человека? Что он тебе плохого сделал? Кто стреляет? Там, тара-та-там, тара-та-та-там, тара-та-тара-тара-там. А теперь смотри, сколько я раз буду, еще раз говорю, учить вас тому, что не надо стрелять в людей, которые
не подъехали к вашему КПП. Ничего плохой человек ни разу не сделал. Ты мне сначала ответь на это, что ты готов? Зачем вам давать люлей, если ты не можешь ответить, зачем ты стрелял в человека? Ты мне ответить можешь, нет? Чё ты выводишь-то меня специально? Просто ответь, для чего ты стрелял? Пострелять охота. Есть всякие МПшки администрация сделает. Есть битва семей. Есть у вас РП, облавы, нападения и так далее. Участвуй, создавай, проси. Зачем в людей стрелять? Вот он ехал на скутере, ты бы его убил. А он сюда ехал, может, с больницы как раз. Ему бы опять пришлось ехать. Тебе приятно было бы, если тебя убивали постоянно? Короче, ты мне ответа вообще никакого не дашь, да? Правильно? Вообще, я просто в шоке. Короче, нет у него ответа. Улетай. Нету, но ответа не дает он мне ответа. Не дает он мне ответа. Просто не дает он мне ответа. Нету у этого человека мне ответа. Начало ролика просто топовое, разносящее. Так, у нас здесь что? Правильно. Администратор, который взаимодействует, получается, с игроками. Здесь администратор взаимодействует с игроками. На контах. Опять он уже попадался. Ну да, но я тебе желаю, чтобы окупился. Ух, иди сюда. 371. Опять 371. Иди ко мне. Иди ко мне, мой мальчик. 371, он уже был здесь у меня уже как-то раз. Как-то раз, иди сюда. Бихруз, здравствуйте снова. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый. Ты же мне уже попадался, правильно? Ты мне попадался? Ну-ка, давай честно. Где? Когда я тебя телепортировал сюда, уже был такой вопрос? Когда ты говорил, за другом слежу на контах. Было такое? Давай признавайся сразу. Было такое? Когда я тебя телепортировал, ты сказал, я за другом, с другом помогал его, поддерживал, когда он контейнеры открывал. Ну, не знаю, было такое, что уже ты... Не помню, когда было, что ты на контах также в какой-то раз... Ну, да, я был на контах, получается, в рабочее время. И ты мне говорил, что ты друга поддерживал. Ты же мне говорил... Время сейчас какое у нас? Время 9.21. Ты сейчас с игроками взаимодействовал, для чего находился? Тебе люди, получается, писали, давай руку пожмем, все дела. Ты там другу своему писал, с какой целью? Ну, ты по регламенту, ты как администратор, основной администратор, да, Black сервера, должен в слежке, как минимум находиться, как минимум в слежке после... Дается время у вас с 23.00 до 6 утра. Да, это не удобное, конечно, время, да, для людей, ну, чтобы поиграть им можно было. Но по регламенту, администратор, ты сам выбрал эту дорогу. Поэтому я понимаю, да, неудобно. Поэтому, грубо говоря... Нужно придерживаться регламенту. И ты сам захотел, выбрал такой путь администратора, правильно? Но просто прежде чем делать какие-то поспешные выводы, да, ты 10 раз сначала подумай лучше, стоит ли тебе уходить с админки или не стоит. Азарт, он есть азарт, но прежде всего нужно сначала подумать и решить. Данный администратор, я вам прикреплю скрины, когда репорт был... буквально плюс-минус 10, да, данный администратор вновь следил за своим другом. Сейчас мы будем решать этот вопрос. 391. Он опять за ним следит. Хо-хо-хо-хо. 391. Итак, уважаемый администратор, младший модератор Бихрус Пирогов, вы получаете сейчас выговор за игнор репорта за слежкой друга. Второй раз я вас предупреждать уже не буду, вы получаете выговор. Как только ЗГА зайдет, сразу получите выговор. Я думаю, ошибку вы свою поняли.
11 репорта было, ты опять следишь за своим другом. Второй раз тебе говорю. Я что, не прав, по-твоему? 11 репорта было. Я не знаю, перезашел ты, не перезашел. 11 репорта было, когда твой друг в казино играл, а ты за ним наблюдал. Скажи еще, что не так было. Не так было? Я тебе раз предупредил, два предупредил. До этого ты тоже следил. Ты что обманываешь-то меня? Ты до этого 11 репорта было. Ты вместо того, чтобы репорт чистить, ты за ним следил. Не так это было? Это не так было? Ты кого обманываешь? Ты второй раз сейчас пошел за ним в слежку. Точнее, третий раз. Первый раз ты с ним Чего не обманывал? Ты мне сказал, только что пошел за ним в слежку. Первый раз ты когда за ним в слежку пошел? Когда репорт был 11. Второй раз ты пошел сейчас, как ты с Иваном Грозным поговорил. А первый раз ты с ним на контакт бегал. Поэтому ты получаешь выговор. Строгий, не строгий, ЗГА сейчас решит. Баранки гну, угу. Я в шоке. Вот тебе раз сказали, я тебе даже нормальные слова сказал. Что старайся, старайся, нет. Ты опять за другом следишь. Что там у друга интересного? Как он играет в казино? Ты сам встал на пост администратора. Ты сам встал на пост администратора. Я просто в шоке. Вот зачем смысл вставать на админку? Смысл вставать на админку еще просто... И ему это скучно. Он еще и офнулся. Ну ладно, окей. Ну сейчас выговор он получит. Сейчас он выговор получит 100%. Я уже ЗГА оповестил. Сейчас он выговор ему даст строгий. А он меня спрашивал уже по поводу ПСЖ. Он спрашивал меня по поводу ПСЖ. Нормально. Нормально, неплохо. На мне можете оторваться за мои видосы, правильно? Я понял. Ладно. Короче, они на мне оторвались, ребят, окей. Данный администратор телепортировался на конты, где находится его дружок. Давайте даже это проверим. Вот он бежит к своему дружку. Он подбежал к своему дружку, и он там. Так, 879. Опять. 879. Get here. 879. Бихруз, я что-то не пойму, тебя сразу снимать? Тебя снимать или что, я не пойму? Ты что, три раза тебе сколько говорить? Ты что, как ребенок себя ведешь? Тебе я и скажу, ты уходишь в ПСЖ? Я тебе вопрос задал. Ты ПСЖ снимать тебя? Ты что, обнаглел, что ли, или что? Ты что, вообще, что ли, обнаглел в край, или что, я что-то не пойму? Тебе сколько говорить, как маленькому ребенку уже можно? Ты опять телепортировался на конты? Ты чё, вообще, что ли, с ума сошел? Или чё, я чё-то не пойму? Тебе сколько раз я буду повторять по этому поводу? В смысле нельзя чекать? Ты человека посадил за non-RP-акс? Ты за ним последил, где твой дружок был? А потом телепортировался туда? Ты обнаглел, что ли? Ты второй выговор захотел? Ты сейчас получишь 2 из 3 предупреждения, понял? Далее ты будешь снят. Просто далее ты будешь снят. Далее ты будешь снят. Ты что-то вообще прикола не понял? Ты нафига телепортировался? Ты нафига телепортировался опять на конты, я тебя спрашиваю? Уважаемый младший модератор, посмотреть, что выпало ему... Три раза я тебе что про что говорил? Ты регламент администратора вообще не знаешь? Три раза я тебе говорил при всех админов. Ты чё, вообще что ли не понимающий? Все, ребят, данный администратор получил сейчас 2 строгих выговора. У него получается 2 из 3 выговора. На 3-м выговоре данный администратор будет снят. Обнаглел. Просто поднял нервы. Просто реально поднял нервы. Сюсюкаться... Я не буду. Я посюсюкался первый раз с ним. Потом он меня просто чисто не понял.
Вот такая вот у нас получилась серия, ребят. Она была бомбическая, вот в прямом и переносном смысле этого слова. Короче, ребят, я взорвался, да, так что, если что, извините, кого задел, беги, дорогая, беги. Так что ждите новой серии, потому что они будут тоже крутыми. Подписывайтесь на канал. На связи был Виталий Старк. Всем удачи и всем пока-пока.